А на границе с Польшей изъяли более 100 килограммов янтаря. Это произошло сегодня на пункте пропуска «Краковец». Осматривая груз с топливными гранулами, пограничники обнаружили там и пакеты с камнем-сырцом. Товар везли в Чехию. Чтобы найти всю контрабанду, разгрузили более 20 поддонов. В результате обнаружили 6 пакетов с камнем общим весом 106 килограмм. Янтарь изъят до решения суда. Водитель авто, на котором пытались его перевезти, уверяет, ничего о контрабанде не знал.